Приветствую вас, и я бы хотел подойти к вашей проблеме вот с какого угла. Конечно, причин, по которым вы привязываетесь к людям, может быть, несколько. Это и детство, и комплексы, и перенос энергии, желаний. Это может быть вследствие каких-то не очень правильных моделей поведения, это может быть даже проявлениями страхов и так далее. Но вот что я вам хочу сказать. Когда и если вы решите перестать привязываться к людям, то вот просто подумайте, а кому вы привязываетесь? То есть какие это люди, которые вызывают у вас ощущение привязанности? Ну ведь вы же не ко всем, право слова, привязываетесь, да, не ко всем подряд, а кому-то конкретно. К людям, обладающим определенными характеристиками, определенными параметрами. И вот постарайтесь понять, что это за люди, к которым вы привязываетесь, что они вам дают, чем они обладают, чем они с вами делятся таким, что заставляет вас к ним привязываться. Вот когда вы на этот вопрос себе ответите, когда вы увидите, чем эти люди вас к себе привязывают, вы поймете, чего не хватает вам. А поняв, чего не хватает вам, сможете получить это самостоятельно и таким образом перестанете привязываться к людям. А отвечая на ваш вопрос относительно того, почему, я бы сказал так, что это дефицит. Вот вне зависимости от причин, это дефицит. У вас дефицит чего-то, и вы пытаетесь компенсировать этот дефицит чего-то другими людьми. Потому что другие люди делают вас более полным человеком. Они обогащают вас. Но это обогащение, как и любая зависимость, является неполным, требующим постоянного подтверждения, постоянной подпитки, ну и так далее. И вот отсюда как раз, отсюда и происходит зависимость, что у вас были какие-то потребности, да, у вас был какой-то дефицит. Вы его либо не осознали, либо случайно, относительно легко удовлетворили. И все. И другого способа, более трудоемкого, более правильного, более естественного, вы уже не знаете. А потребность осталась. И проблема в том, что эта потребность удовлетворяется человеком самостоятельно, без других людей. А у вас нет. И потому вы привязываетесь к людям, потому что вам чего-то не хватает. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!